Привет, YouTube, привет, мои старые и новые подписчики. Спасибо новым подписчикам, то, что вы подписываетесь на мой канал. В этом блоге хочу поговорить про один канал Ева Морозова. Я в YouTube много что смотрю, я смотрю разные ролики, бывает, что много чего тупого, много чего умного и просто хорошего. Но бывает, вообще смотрю ни о чем. Но речь пойдет про канал Ева Морозова. Помните, одно время их пиарил канал Дай 5? Ну, вроде этот канал. И там рекламировали рекламу витаминов Комплевит. И мне очень плохо. Ну, вспомнили? Или не вспомнили? Я случайно наткнулся на их канал, но мне стало, может быть, интересно, что это за канал, что это за девчонки. И знаете, мне девчонки понравились. Я посмотрел их несколько роликов. И чем-то, знаете, чем-то похоже на мой канал. Ну, то есть, если присмотреться, то когда вот смотрел рекламу Комплевит, то первое, что бросается в голову, не только вот эти девчонки, которые мне просто понравились своей вот этой простотой, но вот эта вот квартира, вот этот вот стол, особенно вот этот чайник. Ну, то есть, всем это знакомо, кто, наверное, живет или раньше жил вот в таких простых квартирах. Также они прославились по ролику реклама скайпа. И многие блогеры, малоизвестные, известные, скорее всего, делали такой ремейк на этот, в общем, ролик. Каким файлообменником ты пользуешься? И подведу такие небольшие итоги к этому видео. Просто мне этот канал понравился в первую очередь тем, что он не похож на другие практически каналы. В нем есть, я считаю, такая простота, и всем понятен вот этот юмор. То есть в нем ничего нету сложного. Ну и, конечно, мне девчонки понравились. Одним словом, мне канал понравился. Жалко, что они больше ничего не выкладывают за 3 года на этот канал. Ну, в общем, мы смотрели блог про канал Ева Морозова.